самое. Так, вот малявочка, вот такой вот спа. Вот мама уже готова. Люди уже зашли. Вон бассейн. Ну, короче, идем. Идем, наверное, туда, в ту сторону. На улице минус... Сколько сейчас? 14, минус 13. Да. А мы рассеты. Вот тут кто-то сидит уже. Ну, идем вот, да, с этой стороны начнем. Там вон разные бассейны. А ступеньки, да? А поскольку в них надо сидеть, Саш? Так какая, откуда я знаю, поскольку? Какая разница? Главное, чтобы это тепло было. А, здесь сидят. Блин. И там сидят. Ну давай сюда, Ма, давай вот пока. Вот в этот. Короче, на улице сейчас минус 10 точно. Утром было минус 14. Все, давай вот сюда залазим. Упс, скользко. Все. Все, теперь видео. Привет, Масянь. Так классно, вид такой красивый. Жалко, что тебя нет. Так что, ну обязательно, если получится, приедем сюда еще. Да, вот. Да, малявочка, тут тепло на самом деле внутри. А ты там выздоравливай. А ты горы снял. Горы, ну горы видно, да. Что-то любим тебя. Да блин, что я видео. А, ну ладно, это видео. Да. Это мы уже во втором бассейне. Как тебе этот второй? Ну, он более вонючий, как Саша сказал. Тут, наверное, больше серый, и тут нету этих самых. И попрохладнее чуть. Попрохладнее чуть. Да, горячая такая прям. Ну, классно, очень классно. Мы хотели в другой бассейн, но там люди сидят. Да, людей много. Тут сколько этих? 9 штук, по-моему, маленьких бассейнов. И большой там один. Мы потом в конце, наверное, сходим, да, туда? Конечно. Совсем тоже сильно. Да. Покупались. Мулька. Все уже это. На, находились, накупались на этой. А тут горячая. Потому что здесь самая как, маленькая глубина. Да, здесь реально горячо, как в ванной. Классно, Масечка. Обязательно надо тебя сюда свозить. С Самаром вот свадебное путешествие можете поехать сюда. Да прям свадебное. Тут он фривей рядом, машины гоняют, траки гоняют, ну громко. Ну место так, классно. Проезжать мимо надо заехать. Ну это Баспин, Баспин, кататься на лыжах. Да, тут 55 минут до Аспина показывают. 40 с чем-то миль. Все, пока мы уже в душе и ехать.